Лактобе наградили победителей регионального тура национального конкурса «Мерейли Отбасы». Гран-при получила семья ветерана труда из Суилского района Бекиши-Галымова. В его многодетной семье 9 детей, 24 внука и 9 правнуков. Первое место заняла семья другого почетного аксакала региона Кали Исмаилова, который успешно развивает необычный семейный бизнес. Выращивает осетров в прудовом хозяйстве под открытым небом. А его старший сын руководит районным УВД, а дочь – заслуженный мастер спорта международного класса по тэквондо. В общей сложности заявки на участие в национальном конкурсе в этом году подали около 500 семей со всей области. Были и многодетные семьи, были династии педагогов, врачей, были люди, которые много лет проработали, например, в сельском хозяйстве. И определить самую лучшую семью было очень сложно и, конечно же, и почетно.